Ника? Ника, ты ранен? Воды. Пей. Ника, кто это был? Кто? Османы вторглись. А? Князья нас предали. Князья. Всю стражу перебили. Пропустили врага. О, горе нам! Горе! Скорей в Тбилиси. Ника! 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 В Тбилиси? В Тбилиси. Хороший баран, отец! Хороший! Он ничего не покупает, только приценивает! Может быть, твоя шинокурица, а это петух! Ослиная башка! Чеканка! Чеканка! Собачий сын выведал. Окружить Майдан, связать его! Живо! Османы вторглись! Я своими глазами видел убитых! Наши деревни горят! Враги за рекой! Огни тревоги на башнях не зажглись! Стража перебита! Лжешь, раб! За клевету я у тебя язык вырву! Взять его! А ну, пес, слезай! Слезай! За клевету? Не верите? Смотрите! Смотрите! Пусти! На помост его! Молчать! За честность кинжалом угощают, за храбрость ермом радуют, за правду в огонь тащут. Что смотрите, люди? Человека убивают княжеские выродки. Давайте его сюда, разбойника собачьего сына. В столбу его! Эй, народ, измена! Это княжеские дружинники всю стражу перебили. На этой неделе уже четвертому вырывают язык. Что молчите? Бейте в набат! Зажигайте огни тревоги на башнях! Что это? Набат? Должно быть... Бисси. Что здесь такое? Почему набат? Османы! Османы вторглись! Горят деревни! Предали нас, князья! Помоги, Георгий! Стой! Зачем калечишь воина? Ты с ним осторожней, Георгий! Не связывайся с ним, это собака Шадимана! Эй, ты, знай свое место!
Проходи своей дорогой! Ты забыл, Георгий. Это же Калатауги, тень светлейшего князя Шадимана Бараташвили. Тенью только детей пугают. На, получай! Адар, дорогой. Георгий! Георгий, на всех дорогах лежат убитые! Пойдем! Погодите! Я еще вернусь! Я вам покажу! Посмотри, они здесь! Кузнец Ника! Пастух Гига! Певец Папуна! Стрелок Иван! Смотри, Георгий! Тише, люди, не плачьте. Они живы, потому что за родину положили головы. Не горюй, старик. Много раз враги разрушали Тбилиси, а он из пепла поднимался еще краше. Кто может сломить народ, закаленный в боях? Вооружайтесь все, от мала до велика! Все! За вашу кровь народ отомстит. Нодар, зажги огни на башнях. Нато, скачи в Носте. Батарс, ты скачи к царю. Поднимайте народ на священную войну. Ферман. Осман-паша будет мстить нам, если царь не подпишет. Острия турецких копий направится на наши замки. Ничего, сегодня подпишет. Вся надежда на тебя, Шадиман. Спаси нас, Шадиман. Мой господин, сигнальные огни зажглись на башнях. Саакадзе собирает ополчение. Подать плеть. Собака, прочь с глаз моих! Царь Луарсап II Багратиони! Светлый царь, повелитель Грузии, внемли. Вот Амелохвари, Арбельяне, Салагашвили, Цицишвили, все твои верные князья съехали смолить тебя. Подпиши ферман о мире с турками. Молим тебя. Избавь Грузию от опасности, светлый царь. Нет, не подпишу. Я, царь Луарсап, не стану вассалом султана. Не отдам на поругание корону багратидов. Да продлится жизнь твоя, царь. Светлый царь, разве наша вина, что волей провидения Грузия стала золотой дорогой для неверных. Но что мы одни можем сделать в этом мусульманском океане? Послы единоверной Руссии ждут приема. Проси. Руссия даром ничего не даст, царь. Русийские послы! Мир вам под кровлей царя Грузии! Нашли время в гости ездить. Был бы мед, а муха из Багдада прилетит.
Великий государь, царь и великий князь московский, всея великие, малые и белые Руси, самодержец и обладатель, тебе, царю Лаварсабу, поклониться велел. Война у нас. Вам бы стрельцов с огненным боем прислать. Помощь будет. Ежели царю Карталинскому дадим малую толику, а ежели Господь даст, породнимся, Шурину государя российского без счета людей дадим. Я рад сердцем породниться с великим государем российским. Да благословит Господь союз сей. Окажи милость, разреши, государь великой, поклониться красавице царевне, пресветлой сестре твоей. Пусть приведут, Тинатин. И примите, по обычаю вашему, подарки за смотрины. Золото, серебро, меха, а жениховы подарки особо. Пустись к персидским послам и скажи, что тут происходит. От себя скажи, не от меня. С лица-то добра. Да не отлично красна. Бела. А очи черны. Но не великий. Волосы крашены на красно. А встану царевна. Только тоненько. Не взыщи, пресветлая царевна. Подай-ка. Сие есть рост нареченного супруга твоего, царевича Феодора. Целой головой царевич выше. Добро. За не сказано, муж глава есть жены своей. Дал Бог добра. Ничего, я чай царевичу невесты сгодится. Прости, государь великий. Царский обед ждет внимания российских послов. Князья, брак этот укрепит силы наши. И не будем мы больше склонять головы перед неверными, османами и персами. Так и передай, Шадиман. Я фирмана не подпишу. Светлый царь, народ и азнауры готовы положить головы за родину. Веди нас, Георгий. Смерть османам. И отдадим Грузию на поругание неверным. Ты слышишь, как народ рвется на войну? Народ? Не народ, а Саакадзе. Это он. Сладкой речью и лживыми посулами подстрекает народ. И время ли сейчас медлить, царь? Нет времени. Поздно для колебаний, царь. Нет времени, подпиши. Царь. Помощь Руси за горами, а осман-паша у порога. Подпиши, царь. Подпиши, царь. Медлить больше нельзя. Турки только пройдут через Грузию. Подпиши, царь. Умоляю тебя, царь. Светлый царь, пожаловали послы великого шаха Аббаса, доблестный Карчихан и сын его Вердибек-хан. Кто?
Кто их звал? Кто просил? Клянусь усами, не я. Что за божья кара? Как не вовремя, беда на нашу голову. Еще орел не умер, а черви уж ползут. Светлый царь, до слуха великого шах Аббаса дошло, что проклятые османы собираются напасть на Персию. Шах Аббас благосклонно советует тебе, царь Луарсаб, не пропускать их через Грузию, а в знак верности твоей великодушный шах Аббас велит отдать ему в жены царевну Тинатин. Царевну Тинатин? Она еще ребенок. Почет и заботы великого шаха Аббаса ждут ее в Персии. Она обещана русийскому царю. Навстречу царевне двигаются к твоей границе лучшие войска шаха Аббаса. Царь осчастливлен вниманием шах-иншаха. Царевна скоро прибудет в Персию. Она поедет сейчас, ибо Магомед сказал, сегодняшнее яйцо курицы. Именем шаха отныне ты жена великого шаха Аббаса. Жизнь моя и жизнь сестры моей, князья. Принадлежат родине. Светлый царь, доколе ты будешь зависеть от неверных, тебе не уйти от подобных оскорблений. Вот плоды твоего колебания, царь. Персы угрожают нам. Они уводят сестру твою. Пока не поздно, подпиши, царь. Подпиши, царь, подпиши. Теперь русийской помощи не будет. Победа и слава тебе, светлый царь! Не отдавай Грузию на растерзание врагу. Веди нас в бой. Дай сюда фирман, Шадиман. Святой Георгий, защити мой народ от испытаний. Бог всесильный. Дай силы мне. Услышь и исполни молитву нашего царя. Вот мой ответ туркам, Шадиман. Царь, если хочешь победить, поручи войско Саакадзе. Мы все за ним пойдем. Георгий, тебе вручаю я войско и судьбу Грузии. Если война неизбежна, мы должны ее возглавить. Мы не станем воевать под знаменем незнатного Азнаура. Светлый царь, я не опозорю своих седин и не пойду под его начало. А я на вас и не рассчитываю, князья. По мнению владетельных князей, во главе войска должен стать князь Шадиман. Да здравствует князь Шадиман! Да поможет ему Господь! Да здравствует полководец Шадиман! Пусть будет так. Да благословит тебя Бог. Тебе вручаю я войско и судьбу Грузии. Да здравствует Шадиман! Да здравствует Шадиман! Да здравствует полководец Шадиман!
Светлый царь, разреши мне сопровождать тебя. Георгий. Он словно орел налетел на турок. Летят турецкие головы. О, каждый богатырь свалил по десятку османов. Кони спотыкаются о мертвых. К османам подошли свежие силы. Горе нам! Они как лавина катятся в долину Сурами. Зачем я не ослеп? Османы теснят Зураба, святая дева. Сколько их? Эх, если б Зураба еще хоть 500 дружинников. Слишком многочисленны проклятые османы. Это не так страшно. Если бы Зураб догадался заманить османов, измотать их силой, как это делал Александр Македонский. О, горе нам! Зураб ранен! Передай царю, князья нас предали! Я тебя не оставлю! Ступай! Где помощь, князь? Зураб Переставе изнемогает в смертельной схватке! Собака, как стоишь перед князем, царь, Зураб отступил, князь Арбельяне взят в плен. Мы разбиты. Вступил в бой старый Цицишвили. Ах, как сверкает его шашка. Ну, что вижу я? Старый Цицишвили отступает. Не так еще отплатим упрямому царю. Светлый царь, все гибнет. Мы вынуждены уйти на наши земли. Уйдем. Будут спасены замки. Будет спасена и Грузия. Уйдем. Царь, есть еще время сговориться с османом Пашой. Нет, сказал я. Еще есть время, царь. Погибнет Грузия, пусть погибнет и царь. Я сам поведу последнюю дружину. Коня мне! Остановись, царь! Пока я жив, не позволю обезглавить царство. Прикажи только, и османы навсегда запомнят Сурамскую битву. Благословляю тебя, Георгий. Коня! Волчий сын. Вдруг османы не устоят, он разобьет их. Нет, скорее сам станет падалью. Как лев несется наш Георгий. Ну, османы, крепче держите свои головы на плечах. Саакадзе приближается. Георгий Саакадзе! Я вижу Георгия Саакадзе! Он мчится прямо на турок! О, сколько конных двинули османы против Саакадзе! Летит, летит отважный Георгий! Он столкнулся с осман-пашой! Стой, стой! Куда ты, воин?
Георгий Сакадзе повернул коня. Что случилось, люди? Горе мне, горе! Я вижу убегающего Георгия Сакадзе! Князья, воистину чудо! Сам великий полководец бежит! Шкуру свою спасает! Он выскочил, как лев, а убежал, как заяц. Трус! О, пусть отнимется у меня язык! Османы догоняются Акадзе! Сердце рвется. Я больше не могу ждать. Сиди. Один дурак опаснее тысячи врагов. Ринемся в бой только по знаку Георгия. Когда же? Когда? Подготовить ему свежего коня. Может, двинемся навстречу? Надо дождаться Георгия. Готовьтесь! Веселиться будем! Благодарю тебя, Господи, за спасение Грузии.
орет. Кого ты мне воспитала, старуха? Родине нужны воины, а не плаксы. Исполнен наш долг перед Родиной. Пора вернуться к земле. Пусть так всегда будет разбит враг нашей Родины. Пусть так всегда будет разбит твой враг, Георгий. Да будет огонь из твоих рук жизнь творящим. Верь в победу, Бадри. Врагу не топтать нашей земли. Наливай, наливай, не жалей. Угощайтесь. Таким вином чертей глушить, а не героев. Вы еще выпили. Иди ко мне, внучек. Будьте здоровы. Спасибо. А ну, начнем, пата. Не всегда численное превосходство побеждало, Паата. Сколько воинов было у Александра Македонского в битве при Гавгамеле? 7000 всадников. А у персидского царя Дария? 40000 всадников. Молодец, Паата. И еще, еще 4000. Молодец, хорошо. А победил кто? Александр Македонский. А теперь победим мы. Мы. Ой, спасите, я не убью тебя. Важно не только победить. Вот Георгий победил, а власть все равно осталась в руках Шадимана и князей. Такле, ты что это все лето, как мальчишка, лазаешь по деревьям? Царь едет! Да что? Ведьма разбудила? Пошел спать! Георгий, царь! Царь едет! Да вы все сговорились, что ли? Георгий! Георгий, брат мой! Царь! Царь Ларса! Царь? Царь! Царь! Сам царь! Раскройте шире ворота! Стелите ковры! Трубите врага! Неожиданный приезд наполнил радостью мой дом. Пусть здравствуют долгие годы, светлый царь Луарсаб. Ура! Пусть здравствует Георгий, герой Сурами. Я пью за славного Муравия.
боевого орла, поднявшегося на такую высоту, куда не достигает даже зависть. Я пью за тебя, Георгий, любимец войска и царя. Наполнил мое сердце радостью выше меры. Не умею я красно говорить. Позволь мне примером выразить заветную мысль мою. Мы слушаем тебя, Маурави. Ностовские богатыри, подойдите ко мне. Бог не обидел вас силой. Попробуйте сломать эти стрелы. Не можешь. Нет, не могу. Не смог. Пата, мой мальчик, ну-ка, поди ко мне. А теперь попробуй ты сломать стрелы. Богатырь ты мой. Вместе их не смог сломать и прославленный ностинский силач. А по одной сломал даже мой маленький Паата. Объединенная сила непобедима. Никакой враг не сможет нас сломить, если ты объединишь всю Грузию. Опять свое понес. Я знал, что азнавурский обед без этих приправ не обойдется. Ворону хоть песком три, все равно останется черный. От конюха всегда навозом пахнет. Будь здоров, Маурави! Будь здоров, будь здоров, Маурави! Да здравствует Георгий! Будь здоров, Маурави! Будь здоров, Георгий! А ты, брат Зураб, почему не пьешь за здоровье моего Георгия? Я очень люблю Георгия, сестра моя. С ним я готов горы сдвинуть. Я понимаю, чего он хочет. Но разве можно изменить вековые обычаи? Кто в силах объединить этих шакалов? Обычаи устанавливают люди, Зураб. И они же их отменяют. Текле, взгляни, как блеснул взгляд царя. Царь с тебя глаз не сводит. Вы шутите? Он улыбается. Просто ему нравится у нас. Слепая, ты восхитила царя. О, горе мне. Боже мой. Глаз не можешь оторвать, светлый царь. Ты прав. Она прекрасна. Мой Георгий. На кого похожа сестра твоя, Текле? Она недостойна твоего внимания, светлый царь. Вина! Видно, последнюю козу Азнаур Саакадзе выложил на стол. И ту угнал с моих пастбищ. По вкусу чувствую. Пусть под скипетром твоим сольется вся Грузия. И слава не покинет тебя в веках. Будь здоров, все! Будь здоров! 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 Тянешься к источнику жизни, прильни к нему, царь. Пусть вот так исчезнут и твои враги.
светлый царь. Сколько лет твоей сестре, Георгий? Мой царь, я даже сколько мне лет, и то не помню. О, любовь есть истязание. Тот, кто любит, весь терзание. Все ж он жаждет приказания углем стать среди огней. Скиптру дал он чернобровый, дал ей царские покровы, и она звездою новой воссияла средь светил. Государь украшает мудрость, как Эдем Алоэ. Всякий щедрому покорен, если сердце в нем и злое. Есть и пить всегда полезно. Что копить добро мирское? Все, что дашь, тебе вернется. Что не дашь, то все чужое. Что предлагает мне прекрасная Текле? Здравствует знамя Багратида. Да здравствует. У тебя золотые руки. Не смущайся. Сядь сюда. Иди же. Моди, акда, джекало. Шари, шури, шари, гоми. Макоши, я, шукур, мако. Кого, шушана. Аргада мигде пури, шари шури шари гогни, паркосия шукур мако, ого шушада. Маграча си дехели, шари шури шари гогни, паркосия шукур мако, ого шушада. Шени джуари сериса, шари шури шари гогни, мако шия шукур мако, гого шушана. Моди агда джекало. Светлый царь. Текле. Нет. Текле. Послушай, ты мне предсказана судьбою. Как смею я, недостойно, смотреть на тебя. Что это? Мое знамя в час битвы было залито кровью, но оно сверкало белизной. Так не набрасывай, мой царь, черную тень в час торжества. Я не забыл, что нахожусь в гостях у героя Сурами. В замок! О, боже мой! Ты забыл, Самоурави? На колени перед царицей Грузии! На колени! Что слышу я? Мой царь, прости за смелость. Благородное твое желание неисполнимо. Подумай, царь, о распрях, смутах. Опомнись. Мы лишь простые азнауры. На колени перед царицей Грузии! На колени!
Анисе, светлейшая, царица приближается. Нет. Царь может не пригласить тебя на пир, а позорить. Пусть. Большего позора нет, чем быть под властью незнатной царицы. Смотрите, вон куда поднялась наша красавица! Будь счастлива, Текле! Пейте, люди, веселитесь! Сегодня радостный день настал для нас! Шутовство! Шутовство! Тише, князья! Где вы? На свадьбе царя или в караван-сарае? Иногда это одинаково. От трона навозом запахло. Позор! Как ты смеешь оскорблять царицу? У, собачий сын! Замолчи, ослиная голова! Замолчи! Защити нас, Божья Матерь! Уйдемте, уйдемте! Стойте! Опустите клинки! Опустите клинки! Прими поздравления. На прекрасную Текле Саакадзе возложена корона багратидов. Поднимись к трону, великий победитель. Князья радостно предвкушают добычу. Пожалуй, римлянин сказал, победителей не судят. Я поздравляю тебя, мудрейший Шадиман, со счастливым днем царя Луарсаба. Ты прав. Нам предстоят великие и малые сражения. Но добычу подсчитывают в конце битвы. Это тебе, князь, говорит грузин. Теперь Грузия раздроблена на 5 маленьких враждующих царств. Имеретти, Кахети, Картли, Сандхе, Саатабеба. А 4 века тому назад все это было единым от Трапезунда до Дербента. Знаю, Георгий, знаю. Тем более, светлый царь, объедини Грузию. Верни ей былую мощь. Ты станешь грозной силой для наших хищных соседей. О, какие чудесные фрукты принесла моя сестра. Вот яблоко князя Цицишвили. Вот груши князя Орбелиани. Персики князя Амилохвари. Гранат. Подарок князя Шадимана. Виноград. Сок грузинского солнца. Его прислал тебе князь Эристави. А это все, что осталось у тебя. И только потому, что твое богатство, царь, расхищено князьями. Да, власть должна быть нераздельной. Такую власть утвердил на Руси царь Иван. Но не за то ли он прозван Грозным? Нет. За то, что укротил строптивую знать. И это помогло ему собрать воедино русийские земли. Вот и властелин Востока, великий Шах-Аббас.
Он уничтожил своевольных ханов, раздирающих Иран. Я, царь Луарсат, не хочу проливать кровь грузин. Народ Грузии под княжеским ярмом давно истекает кровью. Что ты задумал, Георгий? Послушай меня, светлый царь. Молю тебя, объяви все караванные дороги собственностью царства. И казна наполнится золотом. Тогда мы окружим Картли неприступной цепью крепостей, и твое царство поднимется и расцветет. Но это потребует много людей, громадных обложений и больших жертв. На укрепление царства встанет вся страна, от мала до велика. Я пришлю тебе всех своих людей и войско. Ты только прикажи, я отдам этому большому делу свой меч и волю воина. Говоришь, Георгий, народ пойдет на укрепление царства? Да. Ты говоришь, казна наполнится золотом? Я... Луарсат II Багратиони, повелеваю всем подданным князьям, ремесленникам и купцам предоставить Георгию Саакадзе изделия и монеты на укрепление царства. В чем дело? Что слышат мои уши? К Шадиману. К Шадиману. Предоставить, говорит Георгию Саакадзе, золото, людей, скот на постройку крепостей для укрепления царства. Значит, царь решил бросить нас в подземелье, как знатных бояр в Руси, или казнить, как ханов в Иране. Где твоя мудрость, Шадиман? Что же ты медлишь? Для нас ты больше, чем царь. Пока я жив, никому не разрушить вековых устоев. Солнце вечно восходит на востоке, и реки никогда не потекут вспять. Эй, Калатаури, готовь 200 воинов для Саакадзе. Слушаюсь. Что ты задумал, Шадиман? Что скажет царь? Царь скажет, сила князей, сила царства. А если не скажет? А если не скажет? Не скажет. И цари не бессмертны. Тысячи арп трудно собрать. Трудно. А может быть, на цепях вытянем? Камень и бревна можно на цепях, но мрамор только на арбах. Возьмем гранит. Он долговечнее мрамора и лучше выдерживает давление воды. А что скажет прославленный греческий мастер? На пирамидальной гробнице царя Кира 7 нижних уступов сложены из гранита. Ты начал, Георгий, великое дело. Да будет крепка рука твоя. Эти новые крепости станут надежной защитой для Грузии на многие годы. Ты обессмертишь имя свое во веки веков. Аминь. Да будет так. Да будет. Греческие мастера при любой кладке привыкли освежать горло божественным нектаром. Войско мое и все слуги заняты возведением башен. А нектар здесь исчезает, как побежденный враг, и некому погнаться за ним. Пойди ты, мой Лазарь. Хорошо, пойду во славу Бахуса.
башни возведем ковровой кладью. Прославим грузинское мастерство. Георгий. Почему не спишь, Русудан? Тревожно мне. Всю ночь шакалы воют. А что еще делать шакалам, как не тревожить сон красавиц? Мой Георгий, следующий кувшин принесут твои воины. Они уже вернулись. Как вернулись? Не знаю, мой дорогой. Закрыть все дороги, разбить ворота, взять всех живыми или мертвыми. Шатиман, Андукапар, царское войско. Что это значит? Георгий, Мурави! Георгий, беги, измена! Георгий, спасай семью, скорей, торопись! Саблю мне! Жизнь воина никогда не бывает мирной. Пойдемте, дети мои, пойдемте. Ух, звери! Дети, Георгий! Уведи их, уведи! Скорее, Русудан! Не бойся, Пата, не бойся. Эх. Георгий, Георгий! Спасайся, бегите! Пойдем. Идемте. Георгий. Георгий. Идем. Боже, что будет? Георгий, пойдем скорее. Ну, сюда, скорее, скорее, Георгий. Детей! Скорее! Умоляю тебя, Георгий! Уйдем! Жизнь твоя нужна родине! Уйдем, Георгий! Спасем детей! Изверги, как звери ночью, напали врасплох! Мы еще встретимся! Пойдем, пойдем, скорее! Мальчики! Скорее. Мои мальчики! Пата! Туда! Пойдем. Туда! Скорее, скорее! Сбежали! Изловить всех. Доставить живыми или мертвыми. В замке никого нет. Упустил, собака. Сбежали. Убью, если не найдешь. Это кто еще? Не дам, не позволю. Не позволю! Уничтожить это волчье логово!
Уже шестой день скитаемся. Устали дети. Родные мои, немного дал я вам покоя и счастья. До чего довел я тебя, княжну Иристави. Я рядом с тобой. Наши дети с нами. Остальное меня не страшит. Прощай, моя Грузия. Прощай, родная земля. Тебе оставляю я свое сердце. Георгий, что ты задумал? Выхода нет. Одна мне дорога. В Персию. Георгий! Георгий! Не страшит тебя этот путь. Родной мой, на что ты решился? Прощайте, горы, вы вскормили мой дух. Я уношу с собой ненависть к врагу и любовь к родине. Прощайте. Пойдемте, дети, пойдемте. Доставлю воды Каспийского и Черного морей ласкать победимой Персии. Великий шах, иншах, путь к Черному морю лежит через Грузию. Алла илла! Алла илла! Русистский царь и турецкий султан не придут в Грузию раньше меня. Ведите. Это ты вчера заслонил меня на охоте? Милостивый повелитель вселенной, тигр осмелился броситься на тебя. И я, прах твоих ног, был счастлив подставить свою грудь. Смелость украшает охотника. Так ты думаешь, что ты храбрее меня? Здесь добро и зло в одной цене. Что сказал ты, Маурави? Велик шах Аббас. Царь царей, Георгий Саакадзе ждет твоего внимания. Пусть подойдет. Подойди поближе, великий полководец Грузии. Встань, сын мой. Ты новая жемчужина в моей сокровищнице. Разве может понять царь Луарсаб, что он потерял? Но ты со своей семьей найдешь у меня новый дом. Царь царей, Персия озарена твоими мудрыми деяниями. Я буду служить тебе.
Это меч великой династии сифилидов. Он без счета разит врагов, пока тот, кто владеет им, думает лишь о славе Персии. Но трижды горе изменнику. Клинок выпадет из его рук и сам пронзит неверное сердце. Жалую его тебе! Царь царей, из этих рук еще не выпадала ни одна сабля. Какие счастливые эти дервиши. Они первые подошли к отцу. Никто не остановил их. Да, мои дети, это святые люди. Никто не может прекратить им путь. О, избранный, ты обошел всю землю, но не забыл ли ты землю родной Грузии? Батри, как могу забыть я Грузию, мою радость? Благословенный! Там за горами каждый камень, каждое дерево ждут тебя! Трифилий! Мой Трифилий! И ты здесь! Нет счастья в Грузии, Георгий! Народ под княжеским ермом стонет! Алла или Алла! Нодар! Нодар! Всюду, где бы я ни был, я был с вами. Сколько соберем народу? Монастырских 1002! Алла и ля-ла! А из грузинских деревень около 3000 дружинников! Считай еще 4000 пшав хевсуров! Мало. Больше нужно. Это на хлеб, оружие, коней. Алла и ля-ла! Алла и ля-ла! Алла и ля-ла! Молитесь за нашу победу, святые дервиши! Алла, илля-ла, алла, илля-ла. Торопись, избранный! Дорогая Руссудан, такого ценного подарка я никогда не получал. Царей, Багдад пал к твоим ногам. Мой полководец, ты одержал для меня побед больше, чем я просил у Аллаха.
Теперь ты проси у меня, что хочешь. Войско, царь царей. Войско. Я пойду в Грузию. Из замков князей сложу пирамиду твоей славы. Ты большой полководец, Георгий. Вот, возьми. Все должны склониться перед этим знаком. Мама, чем наградил отца Шахабас? Знаком луны. Отныне все персидское войско будет беспрекословно выполнять волю твоего отца. Князь Шадиман, этот раб султана, дерзает Грузию. О, Али, о, Магомед, почему так несправедлив Христос? Я дам тебе лучшее войско, чтобы покарать изменников князей. Ибо грузинский народ мне дорог, как сын от любимой жены. Помогут тебе Корчихан и Вердибек. А что на груди у Шахабаса? Солнце. Этот знак властелина Шахабас неизменно носит на своей груди. Мой верный Георгий, предстоящая разлука с тобой повергает печалью сердце. Но милостивый Аллах подсказывает мне утешение. Со мной останется сын твой Паата. Его чистый взгляд, как в зеркале, отразит преданного мне Георгия Саакадзе. Аллах! Георг, тысячи чертей, вы должны быть на службе у испанского короля. Золото, слава, почести ждут вас на берегах африканских. Меч, который не служит своей стране, неуважаем. Этот орел слишком высоко взлетел. Отрасти себе, хан, 1000 ушей и обостри свое зрение. Ты должен следить за каждым шагом, который будет делать в Грузии Георгий Саакадзе. Я решил покорить Грузию. Все должно склониться перед этим знаком. Вот возьми, собака. Встань! Вы вновь одержали победу для неверных. Папа Римский даст вам больше золота и славы. Но вы, кажется, не слушаете меня, сардар. Ваши мысли далеко. Чужеземец, золото топтал мой конь, а слава лежит на острие моего меча. В моей стране много простого камня, но это моя страна. Здорово, Егорий Свет. Привел Господь снова увидеть. Вот, думаем в Грузию к вам соболей завести. Грузии больше нужны пушки. Подумай об этом, боярин. Оставь меня. О, Матерь Божья, не о себе, не о детях моих молю, а о Грузии многострадальной взываю к тебе.
защити ее. Избавь от страданий, от мук, о Матери Божья. О, что слышала я, Георгий, так это правда? Да. Ты поедешь в Грузию, Рассудан, и объяснишь всем, что Георгий Саакадзе ведет персов не против народа, а против князей. Нет, 100 раз нет. Как можешь доверять ты шаху, Георгий? Кто сказал, что я доверяю? Но разве у меня есть выбор? Пусть персы разгромят княжеские замки. Пусть берут себе их богатство. Они обманут тебя, Георгий. Отмени поход. Скажи шаху, что ангел смерти являлся тебе во сне. Шах хитер, он хочет обмануть тебя, Георгий. Жребий брошен, Рассудан. О, я не хочу. Я не хочу носить имя, покрытое позором. Не хочу. Рассудан. Вот меч. Меч Георгия Саакадзе. Вот он. Прежде чем он поднимется против Грузии, я сломаю его! Рассудан, я не изменю своего решения. Ты обезумел, Георгий. Проклятый воздух Персии отравил твою душу. Вся Грузия будет тебя считать изменником. Каждый грузин скажет: «Волт! Георгий Саакадзе привел к нам персов, Георгий!» Знаю, Георгий, знаю. Георгий. Трудно жить человеку, когда его имя проклято народом. Но я все перенесу во имя его же счастья. Тот, кто прорубает путь среди неприступных скал, всегда одинок. Персы уйдут, и останется свободная, объединенная Грузия. Георгий, пусть самые страшные испытания. Я до конца разделю их с тобой. Мне ничего не страшно, пока мы вместе. Я с сыновьями буду ждать тебя в Носте. Да, но... Шах не доверяет мне. Паата остается заложником в Исфагане. Горе мне! Нет, нет. Он скоро будет с нами. Горе мне! Пусть останется. Горе мне! Пусть останется. Ему будет здесь лучше. Чему ламазо сам шобо шереки генацвале, чему ламазо сам шобо шереки генацвале. Пойте, мои сыновья, я люблю, когда вы веселы. Автандил, куда ты? Конь мой сорвался, кроме меня его никто не поймает. Правда, что на рассвете мы едем в Грузию? Да, да, да. Я увижу родные горы, долины. Да. Шах к тебе очень милостив, но старайся не попадаться ему на глаза. Если шах возьмет тебя на охоту, никогда не заслоняй его. На веселых пирах шаха не пой песен своим звонким голосом. Значит, отец... Я должен? Да. Да. Должен. Надо стать выше любви и ненависти. Забыть все личное. Забыть. Так требует Родина. Требует Родина! Тише, отец. Пусть не слышит мать. Я понял все. Передай моей матери, лучшей из матерей, что Автандил ей заменит меня, а я клянусь быть достойным сыном великого полководца Георгия Саакадзе. Паата, ты ли это? В бесконечных войнах я и не заметил, как ты возмужал. Мой мальчик. Боже мой.
Прощай,